Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня вам представлю новинку пятого каталога. Это три оттенка гелевые тинты для губ и щек. Первый оттенок будет у нас милый розовый, энергичный красный и свежий ягодный. Тинты — это специальная такая гелевая формула, которая имеет стойкий пигмент, устойчив к воздействию пота и воды, и формула Active Energize защищает и питает кожу. Кстати, я уже с тинтами экспериментировала и могу вас сразу предупредить, что не стоит наносить их пальчиками, выдавливать на руку, используя руку как палитру, потому что тинт впитывается в кожу и очень-очень трудно смывается. Я вам, кстати, сегодня покажу, как он будет сниматься с моей кожи губ, и начнем мы тест-драйв самого светлого и будем по нарастающей увеличивать интенсивность. Итак, милый розовый 43506. Я приготовила себе кисти. Для каждого оттенка у меня будет специальная кисть. Кстати, у меня есть такая волшебная кисточка, она тоже из Oriflame, и она очень забавная. Итак, первый оттенок. Я беру себе зеркальце и немного выдавливаю средство сразу на кисточку. Не буду пальчики пачкать. Такое прохладненькое, очень тоненько наносится. Можно, кстати, прямо вот так из тюбика выдавливать, если нет кисти под рукой, вот так из тюбика, потому что наконечник у тюбика, если вы заметили, он скошенный, такой анатомический по форме губ. Так, ну кисточкой все же мне будет поудобнее. А еще что важно, его можно наслаивать, то есть нанесли один слой, подождали, впитался, и хотите сделать более энергичный цвет, возьмите еще немножечко средства, тоже распределите на кожу. Итак, губы у меня стали такого нежно-розового цвета, пусть пока впитается, потом я попробую его, как он будет отпечатываться на руке. Итак, нанесем на щечки, интересно же, как он будет смотреться на щеках. Я тоже небольшое количество, даже не знаю, как сделать. Я приготовила такую палитру, немножко выдавлю, чтобы вам было видно капельку, и наберу кистью, вот так вот набираю кистью и переношу на свои щечки. Главное не переборщить. Я перевернула кисть, чтобы было немного средства, лучше его добавлять понемножечку. По-моему, очень даже хорошо, он так тоненько ложится, и что мне нравится, формула водостойкая и устойчива к поту, и летом, когда жара, в общем-то с кожей всегда бывают какие-то затруднения, и наносишь румяна, они прям вот впитываются моментально. Здесь же я надеюсь, что цвет будет такой вот интенсивный и долго сохранится оттенок на коже. Вот я прям чуть-чуть набила, капелька, прям расход очень маленький. Кстати, тинт ничем не пахнет, аромата вообще нету от него, то есть я его даже вот просто не чувствую. Вот так немножечко нанесла, конечно, маленькое зеркало, я себя плоховато вижу, но где-то вот так, надеюсь, вам видно. Такой нежный-нежный, прям розовенький оттеночек, очень он освежает лицо, и оно выглядит сразу таким вот прям более молодым и свежим. Так, попробуем, что у меня стало с губами. Беру чистый пальчик и не отпечатывается, иначе просто сухие аккуратные губы, но в то же время сухости нет. Попробуем еще один слой нанести, придать более такой яркий интенсивный цвет губам. Нанесла второй слой, губы стали немного ярче, но в то же время не резкий такой приятный цвет. Ну что, попробуем его стереть. Я буду использовать мицеллярную воду, сначала впустим в
вход, а потом средство The One. Кстати, многие спрашивают, как он будет счетчик смываться. Абсолютно нормально, потому что я сначала тональную основу нанесла, пудру, а потом тинт. Вот, он отлично, видите, лежит и сотрется тоже, так же смоется вместе с косметикой. Итак, берем ватный диск, мицеллярную воду и попробую тинт стереть. Очень комфортно на губах лежит. Кстати, заметили, можно наносить чуть-чуть подальше, как мы обычно контур рисуем, потому что я наносила, ну, не так далеко тинт, и у меня как бы есть место, куда сделать оттенок побольше, чтобы губы были более пышные. Итак, мицеллярная вода, кстати, использую Optimals мицеллярную воду. Да, можно стереть, но скорее всего не до конца. У меня дочка в восторге от этих тинтов, она мне уже говорит: мама, ты мне их подаришь? Я говорю: ну конечно. Ну вот цвет губ остался яркий, очень яркий. Это, кстати, красиво, не нужно вводить краски какие-то в губы. Сейчас попробую до конца, удастся ли стереть средством для снятия водостойкого макияжа, тоже серии The One. Я им снимаю любой макияж абсолютно легко, все мои вот стрелки, огромное количество туши, теней. Посмотрим, справится ли с тинтом, ведь он же впитывается в губы, в кожу губ впитывается. Скорее всего нет. Так, нанесла. Ну, еще кое-что ему удалось выбрать. Так что теперь мы будем все время с яркими, красивыми губами. Очень мне нравится. Вот этот, скорее всего, себе оставлю. Розовенький, нежненький. Остальные подарю. Ну что, давайте попробуем другие оттенки. У нас еще два. Один из них, давайте будем пробовать сейчас, энергичный красный 43507, а затем свежий ягодный. У меня на губах энергичный красный, такой яркий, сочный оттенок. Ух, это, кстати, один слой. Если сделать второй слой, будет еще ярче, эффектнее. Мне кажется, это просто будет бомба. Эти тинты настолько удобны. Я вот сейчас думаю, как много женщин страдают от того, что цвет губ либо его практически нет, либо с возрастом губы становятся немного с какой-то синевой, а здесь наносишь розовенький оттенок, все впитывается, и весь день ходишь с красивыми нежными губами. При желании можно сверху нанести помаду или блеск. Самое главное, что вот этот оттенок будет долго сохраняться, красивые нежные губы. Пробуем следующий оттенок. У нас остался еще код 43508, свежий ягодный. И сейчас у меня на губах свежий ягодный, он просто великолепный. Честно говоря, я влюбилась в эти тинты, даже не ожидала. Я хотела их все подарить дочке, а теперь думаю, что, наверное, нет, не подарю. Мне очень понравились они по качеству, и вот эта идея, то что они не смываются. Кстати, поцелую руку, и ничего нет, прям чуть-чуть видно, по контуру много нанесла. И я приспособилась их наносить чуть-чуть подальше, у меня губы стали более такие выразительные и сочные. Очень рекомендую, пробуйте, выбирайте оттенок, который вам больше подошел. Конечно, в идеале иметь все три, потому что они действительно очень классные, все разные абсолютно на разные случаи. А учитывая, что у нас сейчас масочный режим, насколько это актуально, чтобы помада не смазывалась и не доставляла дискомфорта абсолютно. Ну что, понравились тинты? Жду ваших комментариев, ваши отзывы. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!